Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Snap от Marvel. Я перешел на ПК-версию под своим, естественно, старым аккаунтом, так что все, ребят, на месте. Единственное, что мне здесь неудобно, это вот это вот все расположение. Я в первый раз запускаю, ребята, и для меня как бы тут все как-то непривычно. Завоевание, дружеская битва, уровень, коллекция. Ну, давай зайдем в коллекцию, посмотрим. А, это мои коллекции, ребят. Подожди, точно? Ну да. Точно мои коллекции. Подожди, мы с тобой обычно... Альбомы. Карты. Подожди, а где моя коллекция, которую я обычно играю? Что-то как-то тут... Ага. Подожди, это точно мои? Это что-то не похоже как-то на мои коллекции, если честно. Автопризрачный гонщик. Автотаскмастер. Ну-ка. Так, это... На перемещении, что ли? А, вот она моя колода, ребята. Вот она моя колодушка родная. 16-я, надо не забыть. Блин, а вот это можно как-то переименовать? Удалить? Нет, удалять как бы неохота. Или можем удалить ее? Давай удалим, она как бы не нужна. И вот эти автотаскмастеры, вот это тоже, ребята, удалим. Я в них не вижу вообще никакого толка. Так, ну что, 16 колоды, да? Да, и давай, наверное, мы удалим еще 8-ю. Потому что она у нас... Мало того, что недособранная, так она еще тут не мешает. Тогда получается... А вот это желтый, что значит желтые колоды? Эти все это, а тут желтые почему-то. Непонятно. Такс. С коллекциями вроде бы все понятно. Завоевание, что за завоевание? Войти в магазин. А, ну магазин это карточки завоевания, да? Все, я понял. Музон прикольный. Так. У нас... Ну, зафига, что тут будет. Пока разбираюсь, ребята, с этим. Ну, что к чему и почему здесь. Магнета. Железное сердце. 850 кредитов, ну, это понятно. Золото у нас 435. Ага. Таинственная серия 3. Можно взять, ребят? Ну, давай возьмем. Посмотрим. Часовой. Нельзя сыграть на локации справа. При раскрытии добавлять пустоту силы минус 10 в правую локацию. Ты что-нибудь понял? Я, честно говоря, не особо что-то понял, ребят. Ну, давай сыграем, наверное. Ой! Тихо. Колодушку-то мне дай мою 16-ю. Поехали, ребят. Слушай, ну так шикарно смотрится без подглючивания. Ребят, вы пишите в комментариях, как вам ПК-версия или Android-версия лучше. Мне кажется, как-то здесь посолиднее все это смотрится. Ой, смотри, как у нас прикольно, ребят. Смотри, как у нас тут постоянный эффект. Вот сюда поставлю. Ой, подожди. Мы же с тобой лича тогда уничтожим. Нет, закончу просто ход. Нет, ну почему смерть? Смерть ей к лицу, ребята. Карта здесь получает плюс 5 к силе. Да ты что, издеваешься, что ли, сейчас надо мной, блин? Так, ну я уже, в принципе, ребят, догадываюсь. Оу. Я уже догадываюсь, что мне здесь сулит. Магнета в топку улетел. Подожди, а у него постоянный эффект идет? Я уже забыл. Если вы здесь разыграете карту, добавляет вам в руку карту Страж.
Давно не играл, аж разучился, друзья мои. Так, я, наверное, думаю, что нам надо запускать лича. Сейчас будет момент истины, друзья мои. Окей. Как думаешь, куда магнит-то перейдет? Блин. Даже не знаю, ребят. А мы выигрываем, друзья мои. Мы выигрываем здесь. Отлично. Отлично, шикарно. Very good. Погнали. Не, музон, конечно, вообще ништячковый, ребят. Блин, так, так круто, не подлагивает ничего. Все чистенько идет. Такс, ну что, давай, ребята, дальше, дальше. А почему у меня в коллекции 25 карт написано? Это 25 карт я могу улучшить или что? М? Вот это мне непонятно. От Smart Tiger. Я все, ребят, хочу себе поменять. От Mast... Какой я от Mast Tiger? Я никакой не Tiger. Ну что-то вы вообще, ребят, как-то... 8-6-6-6. Как-то ни туда, ни сюда. В плане две хеллы. Я не... Подожди, если вы здесь... А почему две хеллы? Добавляет джин в вашу руку? Ну, давай посмотрим, что за джин. Копирует последнюю вытащенную вами карту вместо вытаскивания следующей карты. Он мне удешевил, ребят. Так, прискрыть. На следующем ходу вы получите 2 к энергии. Ага. А давай сделаю так. И вот так. Он Apple Snap сделал, да? Один. Такс. Ну, если я, например, сделаю так и вот так. А мы что-нибудь уничтожали? Черт его знает, я что-то не помню, уничтожали мы что-то с тобой или нет. Minions.
Он думами решил тут все запомнить. Окей. Так, ребятушки, у нас тут... У нас тут щекотливая немножко ситуация. Десятку он вряд ли сюда. Он может... Фиг его знает, что он может сюда сделать. Давай вот так попробую сделать. Он сюда может поставить этого... Шан-Чи или как его звать? А-а-а! Твою мать, ты что сделал? Ой, друзья, вот это я забыл, что здесь Локджо. А почему после пятого хода не уничтожили вот эти вот карты? Друзья, а почему не уничтожили здесь карты после пятого хода? А, воскрешает! Фу. Ребят, это мой косяк. Это был мой косяк. Я ни хрена не прочитал правильно, что там было написано. Ай, дурень. Не прочитал, и вот тебе результат. Пш. Нормально, да, конечно, сделал ты, Рэйчик, делов. Дай-ка все-таки гляну коллекцию, друзья мои. По-моему, коллекция — это улучшение карт, если я не ошибаюсь. Хазмат... Патриот. Я фильм смотрел, ребята, про патриота. Такой дебил. Ну, может быть, это, конечно, в сериале его так выстрелили, но это просто долбанутый чувак. Всех своих же держал там в страхе. Я думаю, многие смотрели, да? Называется «Братва» сериал. Так, ну что, хранилище даст? 150 кредитов, блин. 150 кредитов. Ну смех, блин. Ладно, давай дальше смотреть, кого тут можно еще-то хорошо так пробахать. У меня 355, у меня не хватает. Что-то все по 400. Ну и что, я ничего тогда не смогу. Все... Нафиг вы мне показываете, что их можно это, если, блин, у меня не хватает. Сотка плюс два мало. Гоблин 5400, это на ультраредку он уже тянет. Блю Марвел. Ну, эпик, давай эпик сделаем. Анимированный, да? Жить. Так, 50 кредитов плюс. Так, сколько у нас кредитов? 205. Хэлла на 300. Один. На маг... О! Магнета, пускай тогда будет анимировано. А до ключа... До ключа-то, ребятушки, не дотянули. Призрак-паук. А что дает... Открывает главные тайники ключами от тайника. Требуется 1930. Но мы сделаем, ребят, сегодня, я думаю, сделаем это все. Переливающее покрытие. Покрытие и блеск. Блеск, белый тон. Не-не-не, какой выходить? Не надо мне никуда выходить. Музон. Опа. Так, друзья мои, уровень 2. Черный орден. 100 кредитов. А кто это такая? Черный лебедь? При раскрытии до конца следующего хода ваши карты с базовой стоимостью 1 будут стоить 0. Откуда взялся персонаж Черный лебедь, друзья мои? И вообще, ты видел, смотри, командочка тут такая. Ну ладно, это мы знаем. Это тоже знаем. Подожди, это что, команда Таноса, что ли? Это же, как назвать-то, злобные... А, вот, Черный орден. Ну да, вот он, Корвус Глейв.
Так, а это-то кто у нас? А это кто, я не понял. Черный лебедь теперь у них. Значит, ребята, скоро в Strike Force тоже должен, по идее, прибыть черный лебедь. Да вы издеваетесь, блин, вы... Ой! Не то, я хотел пропустить ход. Если вы разыгрываете здесь карту, добавляет в руку копию. И он в копию, да? А у меня, как всегда, никого, ребята, нет. Да, зашибись. 5-4. Офигеть. Шанчи поставил, ну ладно. А давай, наверное, я так вот сделаю. Я попробую ему заблокировать, ребята, дорогущие карты. А потом что? Ну, я даже никого не уничтожил, ребята. Ну, блин. А что он сделал-то, я не пойму. Как-то так нелепо Блейд выпал почти в конце, друзья. А мы выигрываем, друзья. Мы выиграли за счет Магнета, прикинь. Да, Магнета, ребят, нас тут не подвел. Круто. Я, честно говоря, думал, что все, нам хана на самом деле. Но нет. Все вышло как нельзя хорошо. Время ограничено. Выиграете на локации силой 20 и больше. Выиграете Скул Обсидиан в стартовой колоде. Подожди, Скул Обсидиан. У меня такого, по-моему, нету. Ребята, если я не ошибаюсь. Скул Обсидиан. Так что, как бы это... Задание проходит мимо меня. Верно? Ну вот опять 25. Ну хотя бы тройка есть. Ну и нафиг ты мне сюда вздался, блин. Зашибись, он мне еще и карту удорожил, блин. Карта в руках каждого игрока получает плюс 1 к стоимости, блин. Офигеть. Вот опять риски, друзья мои. Самую дорогую карту он скинет. Я надеюсь, он не скинет мне Хеллу. А, он Дед скинет. Он скинет мне Дед. Ой, ребята, рискую я. Как не знаю кто. Лишь бы Хэллу не скинул. Прекрасно. У него что, колода всяким говном меня запичкать? Opponent snapped.
Окей. Зря я, наверное, сделал это, но на понты, ребята. На понты берем. О, взял гоблина, поставил. Так, смотрим, куда у нас, друзья мои. Вот и все. Вот и до свидания, хмырь болотный. Нормально? Конечно, нормально. Даже его эти засранцы не помогли. Нищебродные. А мы с тобой ранг получили. Что может быть лучше? Что может быть лучше? А лучше может быть только несколько рангов. Что ты мне делаешь-то? Что ты мне делаешь-то, твою налево, блин? Мне не надо вот эти вот альбомы твои эти. Дай мне нормально насладиться игрой. Видишь, тут написано, чуть-чуть до ранга не хватает. И это правда, друзья мои. Берите карту с базовой стороны. Вот это, ребята, фартануло. Кстати, сказали, что поменяли, да? Заполняет вашу руку полностью картами. Раньше три карты давали. Ядрить, мадрить. Это кто такой? Это у нас леший постоянно. Сила карт с базовой суммой 1, 2, 3. Здесь снижается на 1. А Фалком... Если у вас здесь только одна карта, да? Окей. Что такое это? Супергигант. Все карты, разыгранные на следующем году, все карты, разыгранные на следующем году, не раскрываются до конца матча. Ну давай так сделаю. Джубили. Так, друзья мои. Че, бомбим? Эти больше никак не сделать. Думбот этот погибнет, а вот тут что делать? Блин, если здесь одна карта. Давай этого Одина отсюда, вшивого. Шик да блеск, друзья мои. Шик да блеск. Ну а что? Так мы на... Блин, ну Гелия Карьер, конечно, вот в начале прям, ну прям порадовал папочку, понимаешь? Прям порадовал меня. Так вот вовремя, прям под статушку он выскочил. Так, что там... Разыграйте карты с стоимостью 2. Ну, у нас таких карт... У нас таких карт, ребят, практически в этой колоде нет, которые стоят 2. А у нас... Как его? Блейд, он стоит единичку. Подожди, или он 2 стоит? А, он единичку стоит, ребят. Ой, как хорошо, ребята. Кто там выпадет четвертым?
Блин. Я, наверное, пропущу пока. Геликарьер мне нужен. Ну, или там, ну, на худой конец. Но магнета уже не получается, потому что он здесь. Здесь добавляет в вашу руку и копию. Оу. Слушай, если он мне в мою копию в руку добавляет. Ой, я сейчас тогда тут разгуляюсь. Блин, ну ладно, фиг с ним. Скорпион. Угу, вот так вот, да, значит? Здесь нельзя уничтожить карты. Окей. Так, ребят, я, наверное, делаю... А тут получ... Так, тут такая сейчас... О, воу-воу-воу-воу, подожди. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, ну Хейл уже не могу же я уничтожить, ребят, Хейлу. Блейд, он уничтожит Хейлу. Давай смотреть тогда, что здесь получится. Ну, мне уже заведомо не нравится, ребят, как у нас тут получается все. Ну, так еще куда ни шло. А что он хочет его сместить, что ли, или что, я не пойму. Что он хочет сделать? В единичку их превратил. Сюда скинул? Последний ход. Давай вот так вот сделаем. Магнета. Окей. Окей. Давай смотреть, друзья мои. Блин. Блин, горелый. Почему ты все сюда-то влепил? Ну почему ты все сюда влепил? Ну, друзья мои, тут рандом сыграл. Чистой воды. Ну, видишь, он поставил все в одну эту. В одну зону. Всех. Это, конечно, хреново, ребят. Так. Когда мы получим третий ранг? Это, конечно, вообще было сейчас, ну, подстава, подстава. Подстава из подстав. Вот опять 25. Хотя бы Лок Джоу, ладно, фиг с ним. Что там? Грут? Ну, я воздержусь, ребят. Блейд такая карта. Да ты издеваешься, блин. Призрачного гонщика тоже не могу, ребята, уничтожить, потому что это на худой конец. Если Хейла не выпадает, он выручит. О! Сейчас будет весело, ребята. Сейчас мы с вами уничтожаем Геликарьер. И он заполняет мне руку. Заполнил дерьмом каким-то. Подожди, а что, всего лишь 4 энергии. Что делать? С наибольшей текущей стоимостью в руке. А у меня тут... Давай Кейбл тогда.
Блейда мы с тобой не получили. Почему? Почему с тобой Блейда не получили? Я думаю, ты понимаешь, почему. Потому что у нас геликарьер заполнил все колодой. Так, здесь, значит, будет прокачивать он, да, я так понимаю? А Кейбл таскивает карту из колоды. Хрен с ним, давай так сделаем. Да почему ты призрачного гонщика-то уничтожил? Ты да дурень, ты... Ай, придурочный. Че там у нас? Если противник... Если противник разыграл карту на ходу плюс 2 к силе, блин. Ну и че и получается? Ну фигня, ребята, получается у нас тут. Вот и все, что я могу сделать. Пипец, короче, мы с тобой сыграли здесь. Ай, подстава. Здесь ему на 7 нужно поставить, да, что-то? Прикинь? Вау! Ребята, а мы выигрываем? Ну кто бы мог подумать, что Локджоу выставит Хейлу, друзья. Я вот честно, я даже не ожидал такого, ребята, эффекта. Что выпадет именно Хейла, а Хейла еще при этом призрачного гонщика вернула к жизни. Нормально? Вообще четенько. Друзья, ну просто читкаш. Фух, это просто фантастиш. Так, что у нас тут? 100 золотишко. Просто фантастиш. Так, выиграйте на локации силы 20 больше, выиграйте скулы. Кто такой кул обсидиан? Мне бы, блин, посмотреть бы этого. Кул обсидиан. По-моему, нет у меня такого. Кул обсидиан. Кул обсидиан. У меня доктор... Это доктор Стрэндж. Есть Мистерио, Мистер Фантастик. Чаровница. Клоу есть. Лидер есть. Но Кула Обсидианта я не вижу. Нету. Так, у меня 255. Сколько ты? Плюс один, нафиг надо. Смертушка не хочет прокачиваться. Хелла тоже не хочет. Дум не хочет. Сколько дашь? 2. Мало. Вижн сколько даешь? 4. Ну, этого Вижна еще можно, ребят, качнуть. Там ключик, по-моему, у нас светится, да? После вот этого вот. О, да. А что за ключик? Оу. И... А, зажать, ё-моё, я думаю, что тут там. Оу, при уничтожении добавляет одну копию во все другие локации. Друзья мои, Немрод. При уничтожении добавляет одну копию во все другие локации. Ты хоть понимаешь, о чем это говорит? Если, например, Карнейдж или же Разрушитель бомбит, он просто, ребята, 5.6 на... Ну это вообще, это же ништяк, друзья мои. Это можно составить офигенную колоду. А вот, ребята, кул обсидиан как выглядит. Так, вы можете разыграть эту карту только когда у вас есть карта стоимостью 1.
Подожди, это как понять? Вы можете разыграть эту карту только когда у вас есть карта стоимостью 1. То есть в руке или на столе. Вот тут вот они не поясняют. Подсуд вашего 6 камней бесконечности. Ну это я знаю. А вот это кто такой? А, ну это просто Танос. Слушайте, ребят, как я рад, что мне выпал Немрод. Слушай, ну это прям... прям... я даже не знаю. Вот, разрушитель, ребят, уничтожает просто. И все. Или кто у нас там еще может уничтожить? Да у нас кто хочешь может там уничтожить это все. Ребят, кто хочешь? Ну, не, конечно, никто хочет, там много кто может уничтожить. Даже, я вот не знаю, если, например, под Блейда она попадает. Ну, вот Блейдом ты берешь и уничтожаешь. Она выставит или не выставит на места три карты? Ну, на трех локациях, вот по карте. Или нет, это считается или нет? Вопрос интересный, это только если проверять. Но я даже думаю, что можно вот 17-ю колоду создать именно с помощью Немрода. Карнаж, Немрод, как бы должна зайти, ребят. Ну, хотя бы протестить ее можно. Так, оба игрока вытягивают карты из колоды противника. Фигня какая-то, ребят, если честно. Мантис выпала. Вот что он там вытянул, вот это мне интересно. Думаю, только не говори, что у тебя такая же колода, как у меня. Не может такого быть. Так, это что, так до бесконечности будем? Каждый раз, когда бежит, угу. Плюс один к силе. Копирую самую дорогущую карту. А что же он у меня самого дорогущего-то там, ребята, скопировал? Смерть? Смерть? Серьезно? Бестия. Что бестия делает? При раскрытии возвращает остальные ваши карты здесь, в вашу руку. Он хочет вот эти потом улучшить их, что ли? Я что-то не могу понять пока. У него призрачный гонщик откуда? Блин. Со стоимостью 1. У меня таких карт нету, да? А, Мантис. Мантис стоит, а нет. Так это параша, если честно, выпадает. Я так вот сделаю. Вот эти две карты мы точно с тобой перетянем туда. Динозавр, что ли, у него там, или кто? Проиграли, ребят, все равно. Все равно проиграли. Я что-то, знаешь, что не могу понять? Вот эти карты, это он у меня, что ли, скопировал?
Ну, я сомневаюсь, что у него под этой колодой должны были вот такие карты быть. Ну, серьезно тебе говорю. Так, я хотя бы в следующий ранг, ребята, перейду. Потом попробую все-таки с Немродом составить колоду. О! Вот это хорошо, ребят. Так, по-моему, у него такая же колода, как у меня, ребят. Ну, я имею в виду на сбросах. Ну да, такая же, ребят, колода. Не, подожди, мы сделаем, наверное, вот так и вот так. Ха-ха-ха, Хейло рубанул. Друзья, он, наверное, не ожидал, что Хейло рубанул, да? Но у меня-то Хейлы нет пока. Теперь есть. Я заблокирую ему, ребят, наверное, карты. Ау, вау, вау, мы... не успел, что ли, он? По-моему, ребята, он не успел. Кто у него тут за карта? Порвали. Просто порвали, ребята. А колода, как у меня. Но только немножко другая. Вот Хелков... вот этот быка бы мне, конечно, тоже бы не помешал. А вот что вот это делает? Постоянно так. Карты, которые вы разыгрываете, здесь не будут раскрыты до конца матча. Слушай, ну они же раскрывались. Они же раскрывались, я же видел их. А написано, что до конца матча не будут раскрываться. Странно. Так, ребят, ранг получил. Даже два ранга получил. О, 200 кредитов. Так, ну что, я хотел создать колоду. Что тут за новость? Присоединяйтесь к карнавалу. Ивент. Коллекция. Ну что, попробуем, ребят. Новая колода. Давай попробуем. Значит так, если мы хотим с тобой на Немроде отыграть... Для этого нам понадобится... Блин, я вот не знаю, ну... Нужен ли Блейд? Так, вот Карнейдж точно нужен. Где у нас этот Немрод? Вот он. При уничтожении добавляет одну копию во все другие локации. При уничтожении. Блин. А дестройер уничтожает другие ваши карты. Блин, я даже не знаю. Слушай, а ты прикинь, если... А, дестройер. А после дестройера никак не получится Хэлла поставить. Нет, получилось бы, ребята, если бы у нас был бы персонаж, который добавляет... Как ее там, Сиера звать? Который добавляет нам один дополнительный ход. А Легион что делает? Так, заменяет каждую другую локацию этой. А, ну да, это я понял. Нельзя сыграть на локации справа. При раскрытии добавляет пустоту с силой минус 10 справа локации. Все-таки на мою, да, ребята? То есть мы ставим, он минус 10... А минус... Чё он там?
добавляет пустоту силы. Ты представляешь, если мы ставим этого, он добавляет пустоту. А там еще ставим, например... А что мы туда можем поставить, чтобы ему обратно в руку карту скинуть? Да ничего. Блин. Что-то, ребят, как-то немножко... Ну, дестройер может уничтожить, да? В принципе, Немрода. А что еще у нас тут? И больше я как-то... Как-то и не знаю, если честно, что еще мы тут можем с тобой сделать. А дальше уже просто, наверное, как... Ну, вот эту добавить. Призрачного гонщика. Хеллу. Магнета. И Гелькарьер, да? Мне кажется, это бредом тебе каким-то, нет? Давай попробуем. Так, подожди, колоду-то. Подожди, а... Блин! Я что-то... Что-то не доделал, что ли? 6-8, 6-12. Ага, вот. А мне точно нужен был здесь Халк? 6-12, 5-14. Вражеские карты здесь получают плюс 2 к силе. Ну такое тоже себе, да? Ну, давай так посмотрим. Ребят, в конце концов, не корову проигрываем. Ну, не зайдет, так не зайдет. Просто надо хорошо подумать, блин. Корней же этого тоже как-то надо. Ладно, смотрим. Я не могу сейчас ничего поставить. Вот Немрода уже вижу, ребят. Ага. Ты заметь, что-то он такую же стал, ребят, колоду подставлять, так скажем. Добавляет двух рапторов. Вот это вот меня интересует. При уничтожении добавляет одну. Если я сейчас сделаю... Вот я даже прям не знаю, ребята, что из этого получится. Он хочет этого скинуть. Я понял, ребята, что он тут замышляет. Ну, кто под блейда идет? Отлично. Давай так сделаем. Он уничтожит инфината этого. Так, мы сейчас с тобой тоже тут. Последний ход. Давай так делать.
А у него Немрода-то не оказалось, да? Ну согласись, ребята. Ну-ка, сейчас посмотрим. Что у него тут за карты? Так, смерть. Но он проиграл. По всем параметрам, друзья мои. По всем параметрам. Так, ну вроде бы нормально идем, да, друзья? Еще разок попробуем. Плюс 2, не хочу. У нас практически, она похожа, ребята. О, ранг что ли? Вау. Так, что у нас тут? Ага. Четенько. Забираем еще 100 кредитов и 10 золотишко. 100 опыта для сезонного пропуска. Еще 200 кредитов. Нифига, 855 кредитов. Благодатушки. Давай еще разок попробуем, ребят. Против Тайгер Шарк. Ты серьезно? Ну почему Блейд не стоит вот перед призрачным гонщиком? Ну разыгрывать копию. Блин, я бы тут на Блейд. Так, плюс один. Да ты издеваешься, блин. Зашибись. Так. Если он взял броню. Хрен его знает. Зачем он взял броню? Неужели через дестройера все идет? Зеленый гоблин. Ага. Ну, зеленого гоблина он сейчас сюда, сюда и закинет, да? Везде может позакидывать этих зеленых гоблинов. Давай так поставим. Подожди. Его же уничтожить нельзя, блин, гоблина нельзя же уничтожить. Твою налево, ребята, ну нафига. О, Рэй, вот это ты тупишь, блин, я думал. Идиота кусок, а. Ребятушки, так, ладно. Ну, тут да, тут. Тут, конечно, хитро было сделано. Ау! Выиграли мы, да? Да, ребят. Вот с этим. Вот с этим гоблином. Он, конечно, очень, ребят, хорошо поплыл. Слушай, ну нам повезло здесь, если честно. Ну прям вот действительно повезло. Давай-ка мы сыграем опять же на зона. Блин, ну повезло. Что я могу сказать? И... Нет, подожди, дай-ка все-таки я... Ладно, давай сыграем за эту, потом опять вернемся к той колонии.
Но Немрод все равно, ребята, это вещь. Немрод это вещь. Ну, вот, ну какого фига у меня вот так вот подсунулись, а? Кладет здесь по карте руки после каждого... А, после пятого хода. И вот, не дай бог, он после пятого хода выставит какую-нибудь карту, которая мне нужна. Ай-яй-яй-яй-яй, ребятушки. Ну где ты, Блейд? Ну... Хотя можно призрачный... Да, кофиг ли призрачный гонщик-то? Оу, плюс одну энергию дает ему. Ребят, это какая-то подстава. Это какая-то подстава. Я что здесь сделаю, блин, теперь? Нормально? Давай так сделаем, я не знаю. Чаровница. Так, ну что, уничтожаем это барахло вот это вот, которое тут стоит. Седьмой ход, отлично. Это гадина крышка. Ага. Как бы тут правильно разыграть-то так бы, а? Если у вас здесь одна карта, да? И последний ход. Ну, я уже не знаю, друзья мои. Как тут, куда что пойдет? Чего? Чего он сделал? Он скопировал... Серьезно? При раскрытии, так, становится ровно силе последней разыгранной карты. Если эта карта раскрыта, находится на локации. Таскмастер. А вот это, ребята, для меня как бы... Неожиданно было, если честно. Я подумал, нафиг он ему нужен. Ага, ну тут, видишь, тут поигралась, ой, поменялась тактика игры, друзья мои. И я теперь буду знать, что такое вообще возможно. Я... Слушай, так в смысле у меня, по-моему, был. Таскмастер у меня был, или даже есть. Или... Не помню, ребят, надо смотреть. Все, каждого понятно. Да. Хорошо там меня таскмастер-то так накрыл-то, ребят. Что, на двух ангелах хочет выехать, что ли, не пойму я. Вот Блейд это, конечно, рубанул зазря. Я, друзья, не знаю, что он там делает, но я вот так вот поставил, лича.
Заблокировать хочу карты, которые там у него будут. Ну так вот у меня только один выход, ребят. Ты, блин, серьезно сейчас? Ну мы выиграли. Выиграли, выиграли. Видишь, заблокировали карты, ребята, и все, и он обделался. Они не сработали, у них функция их не сработала. А так, да, так он тут мне, конечно. Дай-ка я вернусь на 15-ю колоду. О, подожди, на 17-ю, да. Блин, мне до сих пор вот эта тактика с таскмастером, ребята, удивила. Но тут опять же, это нужно, чтобы он тебе выпал. Выпал, чтобы у тебя на столе лежала, ну, карта мощная. Тогда да, таскмастер от него может быть какой-то толк. А вот здесь вот, например, вообще никакого толка нет. Никакого профита я, ребят, не вижу. Вот теперь вижу. Угу, это мы сейчас с тобой смерть подобьем. А плюс у нас уже хелочка есть на... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть бы пора. Ну кто ж знал, друзья, ну кто знал. Я могу, в принципе, Карнейджа поставить сюда. По идее. Хорошо, что он не сюда бомбанул, а то бы, блин, за 7 бы мне, конечно, запарился бы тут. Бомбашить потом. Только не сюда. Успею, наверное, да? Циклоп. Давай не сюда только. Все остальное я перетерплю. Что-то как-то... Как-то, друзья, не вяжется у меня здесь кое-что. А что эволюция? Что делать эволюция? Не знаю. А, он баланс делает. Или что? Я не помню, ребята, если честно, что он делает. Ну что, у нас смерть. Смерть есть. Куда она выпадет, хрен его знает. Доминация. Циклоп. Проиграли. Ну не выпал мне Немрот, ребят. Ну что я могу сделать? Ну что? Тут акцент именно на Немрода стоит. Он тебе не выпал. Карнейдж, черт твоей бабушки, как говорится, пошел. Вот и все. Больше никакой, как говорится, ловкость рук, никакого мошенничества. Поэтому есть в этой колоде, ребята, недочеты. Ну согласись. Не выпадает тебе то, что тебе нужно. И
ты практически поплыл. Дальше в каком-то случае это все-таки колода будет лучше. Но мы с тобой не смотрели другую ситуацию. Что будет, если Блейд уничтожает Немрода? Именно, ой, блин, ну это же сейчас еще карта вылетит, да? Я уже обрадовался, что магнита разберем, нет. Ох ты, ох ты. Он решил не раскрывать карту. А, на этом ходу везде, блин. И опять поспешил, и опять, ребята, остался в дураках. Он сейчас уничтожит вот эту вот карту. Ай, дебилизм. Ну, кого дашь? Ну, хотя бы смерть. Зачем ты сюда поставил Блейда? Дебил ты, Рэй, а? Вот сюда надо было... Ой, господи, что с тобой происходит, а? Если он захотел меня своими гоблинами сейчас запинать, значит, посмотрим, ребят. О, да. А что Айра делает? Прискрыть, перемещает, последний разгонный. Ага. В эту локацию. В какую в эту локацию? Так, а у нас кто-нибудь... У нас погибал, да? Ну, в принципе, да? Чё я теряю? Кого он сюда сейчас вытянет? Меня вот это сейчас больше вопрос интересует, ребят. Снэпимся. Нормально. Шторм. А, ну тут выиграл, да? Ну тут-то проиграл. Мы выиграли, друзья мои. Оки-доки. Мы выиграли, так что пускай там не бухтит. Так, разыграйте. Давай-ка мы, наверное, с тобой улучшим карты. А что мы сделали? Хазмат. При открытии снижает силу всех остальных карт на один. Снижает силу. Ага, понял. Фигня какая-то, ребят. Сколько? Сколько дедлок? Вот, ультра, давай. Animated. Animated frame. Шикарно. Ать, хранилище. Хранилище чуть-чуть, ребят, не хватило до хранилища. Так, что тут у нас? Нет, подожди, сколько? Десятка? Бесконечная леди Сиф. Infinity. Ну, сейчас мы с тобой получим что-то. Хранилище колеса. Ой-ой-ой, там хорошо пошло. Ну и что? Дракула. Есть у меня этот парень, Дракула. Получается, уже вторая карта. Так, Killmonger. А, я тут забыл взять. Высший эволюционер. 50 кредитов. Итого у меня еще 150. Угу.
За 150, видимо, ничегошеньки. А, не, вот тут можно. Ну, давай, новую рамку. Черная вдова, да? Черная вдова. Черная. Сотка, сотка, давай. Иди. Хранилище давай сюда. Есть. Оу, это у нас рой. Прикольный ройчик. Добавим в избранное. Получить. Да, во всех колодах. Лучше пускай такая будет вариация. Пока все, ребят, больше ничего не могу сделать. Давай еще, наверное, партийку, как говорится, на дорожку с тобой заклепаем. И, наверное, не, хотелось бы, конечно, все ежедневки выполнить. Но... Время. Цигель-цигель, ай-лю-лю, как говорил. Кто там Самуэль Шпиндель? Самуэль Шпиндель. Как суть на Диме? Это, конечно, хорошо, друзья. Вот хорошо и Леди Сив. Но плохо, что Леди Сив может нам... Это прям подарок какой-то. Кого-то удешевил, кого-то подорожал. Ну что я могу? Ну, Локджо. Опа. Опачки, друзья. По-моему, я... Давай так сделаем. Он лишь бы, ребят, только Хэллоу не выкидывает. Нет, Хэллоу не... Он выкидывает обычно того, кто у меня в колоде. В данный момент магнет-то вылез. Давай сделаем вот так. Он, наверное, не ожидает, что у меня тут лич есть. А лич он только на пятом же ходу, да? А, даже не в начале шестого, друзья. Блин, ну опасно его выставлять. Ладно, была не была. Поехали. Лишь бы не Хэллоу, ребят. Лишь бы не Хэллоу бомбанул. Оу, щит! Ну что я тебе скажу? По-моему, все, друзья мои. Подожди, а что? А почему я его не могу? Нельзя разыграть после третьего хода. Сфига ли это? Подожди. Наверное, вначале так. Потом же вот так, наверное, сделать. Ну и что ты дурила? Все равно проиграл. Столяросовая ты башка. Вот почему, ребята, он пропускал ход. Инфинита этого решил вызвать. Но сам видишь, он объелся, ребят. Не помог ему этот инфинат. Так, ну что, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя игра. А я на этом буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.